Верховный король Торгрим злопамятный – потомок древнейшего и благороднейшего рода гномьих правителей. В его жилах течет кровь самого Грунгни, и мудрость Валая осеняет хмурое чело. Вскоре после победы в Великой войне с Хаосом, Торгрим унаследовал от отца титул правителя цитадели Караса-Карак и верховного короля всего Каразанкора. Он поклялся возместить обиды и оскорбления, нанесенные расе гномов и упомянутой Великой книге обид, самой древней и наиболее важной из множества книг обид. Эта книга известна как Дамаскрон, и ее страницы написаны кровью верховных королей, а ее ветхие листы растрепаны и зачитаны до дыр. Время от времени гномам предоставляется удобный случай исправить какую-нибудь древнюю обиду. В этом случае верховный король с чувством глубокого удовлетворения вычеркивает запись в книге. Однако это почти никогда не происходит, и обида передается по наследству, поскольку гномы больше предпочитают хранить обиду, чем забыть былое. Даже зачеркнутые обиды все еще могут перечитываться и никогда не забываются, но любовно вспоминается вместе с историей о том, как в конце концов осуществилась месть. Гномы чрезвычайно злопамятны, и Дамаскрон упоминает множество эпизодов нечестного поведения других рас и даже самих богов. В языке гномов нет слова «прощение», но зато есть много трудноуловимых вариаций на тему мести, компенсации и возмездия. С раннего возраста Торгрим мечтает отомстить за свой народ и, возможно, когда-нибудь отложить в сторону Великую книгу обид. Подобное было бы невозможно совершить и в течение тысячи жизней, но гномы – решительный народ, и однажды приняв решение, они весьма упорны в достижении цели. Торгрим никогда не расстается с Великой книгой обид. Он хранит книгу рядом с собой днем и ночью, засыпая с ее измятыми старыми страницами под подушкой и нося с собой в часы бодрствования. Ему удалось вычеркнуть несколько давних обид, включая выигрыш компенсации в 1000 золотых от бургомистра Адольфа за ущерб, нанесенный репутации Барина Трещотки во время Большой Альдорфской ярмарки. Когда Торгрим отправляется воевать, он берет Великую книгу обид с собой. Его носят на троне власти 4 крепких ветерана трона-носителя. Торгрим размахивает топором Гримнира, который передается от Маргрима всем верховным королям. Царское чело же украшено драконьей короной Караза-Карака, отмеченной руной правления, которая, по легенде, была принесена гномами из Южноземелья во время их первого переселения в Краесветные горы.